До завтра. Могла бы на ночь оставить как-нибудь. Эй, красавчик! Ты мне нравишься. Очень. Кто тут? Ваш брат заснул в классе сегодня утром, в третий раз за неделю. Где мама? К ней постоянно кто-то приходит. Кто? Ее зовут Диана. Что ты сказал? Привет, мам. Мартин, не хочешь поговорить об этом? Я сплю с включенным светом. Как только я его выключаю, появляется женщина. Она не любит свет. Знаю. Я тоже ее вижу. Мам? Что такое? Мы тебя разбудили? Что? Я хочу кое-что рассказать. Давным-давно у меня была подруга Диана. Я узнала, что с ней случилось нечто ужасное. Держите ее! Но она вернулась. И она останется. До тех пор, пока ты не включишь свет. В этом доме мертвая женщина. Ну давай! Все боятся темноты, а она питается страхом.